наших средневеков и в целом студентов. Абаканский городской суд вынес приговор в отношении экс-главы Минздрава Хакасии Владимира Костюша и ныне действующего первого заместителя министра Александра Стреленко. Их признали виновными в превышении должностных полномочий. 2 года назад чиновники при отсутствии медицинских показаний приняли решение о транспортировке санавиации в республиканскую больницу министра сельского хозяйства и его подчиненного, пострадавших в ДТП в Кемеровской области. Таким образом, был неправомерно израсходован почти 1 000 000 рублей из средств нацпроекта здравоохранения. Так посчитала транспортная прокуратура. Костюшу назначено 3 года лишения свободы условно, Стреленко 2 года условно, с запретом 1,5 года занимать государственные должности. Приговор в законную силу не вступил, ответчики уже обжаловали решение, Минздрав Хакасии от комментариев пока воздержался.